этот товар нам нужен, и этим товаром будут пользоваться как альтернативный источник для генерации электроэнергии. Уже вот крупный инвестор, который к нам планирует прийти с инвестициями, связанными с туриндустрией, вот они хотят быть уверены в том, что у них не будет проблем с электричеством. Они рассматривают вопросы строительства на этой основе, на основе газа, генерирующих станций. Это серьезные вложения, но они в конечном итоге оправданы. У нас цена на газ будет такая же, как, я надеюсь, в Краснодарском крае. И я уверен в том, что это будет хорошим подспорьем. Ну, люди будут считать, будут экономить, пользоваться рачительно. Это очень важно, иметь альтернативный источник энергии. Я думаю, что население это воспримет с энтузиазмом, я так это понимаю. Это принесет нам всем большую пользу.